День знаний в одной из старейших школ Самары, 13-й, которая носит имя героя СССР Федора Санчирова, начался торжественным концертом. В этом году в первый класс здесь пошли 60 детей. На торжественную линейку приехали первые лица города и области. Увидел счастливые лица первоклассников, родителей, учеников, учителей. Очень за них в этом смысле порадовался. Школа 13-я одна из самых старейших в городе. Одна из самых лучших своими традициями. Имя Федора Санчирова школу носит не просто так. Здесь создано несколько юноармейских отрядов, которые чтут память героев Великой Отечественной войны. Это гордость нашего района. Здесь у нас юноармейские отряды, самые многочисленные в Самарской области, которые принимают участие и в параде памяти, и в 9 мая в парадах, и во всех общественных мероприятиях. Учителя все замечательные у нас, поэтому школа замечательная, поэтому идем с радостью в школу. После линейки и первого звонка школьники, депутаты, учителя возложили цветы к бюсту уроженца Куйбышева, герою Советского Союза Федору Санчирову. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.